На остановках общественного транспорта Тобольска разместили QR-коды. С их помощью горожане перед поездкой смогут проверить, не находится ли банковская карта в стоп-листе. Это инициатива нашего предприятия. За последнее время очень много обращений, связанных со стоп-листами. Такие вопросы, как попадает карта в стоп-лист, как, самое главное, выйти из этого стоп-листа. Но решили вот на прошлой неделе разместить такие наклейки, чтобы в центральной части города у нас были QR-коды, ссылка на сайт, на который можно перейти и посмотреть статус своей карты. Нововведение поможет избежать скандальной ситуации, когда пассажир не может оплатить проезд. В случае блокировки карты можно заранее позаботиться о другом варианте оплаты проезда. Напомню, карта заносится в стоп-лист транспортной системы, когда банку не удается списать деньги за поездку. Чтобы вывести ее из стоп-листа, нужно погасить задолженность. Карта будет выведена из черного списка в течение суток после погашения долга.